Каждый четверг двери Троицкого храма Липецка открыты для тех, кто страдает алкоголизмом и наркоманией. По благословению правящего архиерея в этом храме еженедельно служатся молебны перед иконой Богородицы «Неупиваемая чаша». Вместе с настоятелем храма, протоиереем Георгием Кондратюком, люди коленопреклоненно просят помощи у Богородицы исцеления от недуга пьянства и наркомании. «Прельщенных лестью чрева и плотского веселья, даруем познать и сладость воздержания в посте и проистекающих из него плодов, молимся, услыши и помилуй». Алкоголизм и наркомания – опасные заболевания нашего века. Они калечат не только тело, но и душу человека. Сегодня на молебне присутствуют пациенты липецкого наркодиспансера. В основном это молодые люди, которым нет и 30. Ребята надеются, что храм изменит их жизнь. Сила божественная, она исцеляет человека. Именно та сила, которая необходима человеку. Ведь Господь подал нам эту силу божественную для того, чтобы человек мог исцеляться, исправляться от своих недугов. И Господь подал, кроме того, что совершается молебен, Господь подал свою силу божественную в таинстве Евхаристии. Именно вот такое видимое восприятие, вернее, видимое вкушение тела и крови Христовых, которое из человека исправляет. Помимо молебна, каждую субботу в 16:00 в Троицком храме проходят беседы с людьми, страдающими недугом пьянства, и их близкими. В них участвует не только священник, но и православный врач-психолог. Приглашаем всех людей, потерявших надежду избавиться от порока, принять участие в беседе и соборной молитве. Ведь только благодать Святого Духа, получаемая в таинствах Церкви, единственное средство, врачующее наши душевные и телесные недуги.